Добрый день, мои дорогие девочки. Итак, завтра у нас 21 мая, и мы начинаем наше обучение. Обучение скульптурной кремовой флористике на творожной крем-пасте. Девочки, я на самом деле очень надеюсь, что вам обучение очень понравится. Оно действительно очень большое, оно объемное, оно очень информативное. Мы будем очень много общаться, я буду вам очень много помогать, действительно очень много помогать. Моя задача будет научить вас сделать максимально правильно творожную крем-пасту. Просто внимательно, очень внимательно слушайте то, что я вам буду говорить и то, что я буду показывать. Возникают вопросы, моментально в болталку и пишите: «Оксана, да как так, у меня вот это не получается». Я быстренько просматриваю, потому что я в болталке постоянно, и быстро вас корректирую, отвечаю, показываю, если надо, присылаю новое видео, если надо, присылаю еще что-нибудь. То есть постоянно в коррекции мы с вами приходим к очень хорошему результату. Обязательно у всех получится, главное прикладывать для этого много усилий. По поводу создания цветов. Их у нас будет много, там, допустим, роза будет в нескольких вариантах, хризантема, да, пион. Все это будет в нескольких вариантах. Варианты все очень интересные, техника новая, она действительно очень интересная, ее нужно просто хватать и пользоваться. Еще у нас в этом курсе будут, после всех цветов у нас будет... два авторских торта. Это торт «Невеста» и торт «Розовый фламинго». Оба торта идут с цветами. Оба торта очень красивые, очень эффектные. Я специально выбирала для этого курса именно эффектные торты. Они обязательно к вам придут полностью. Это будет в вашем постоянном доступе, так же, как и все видеоуроки, которые у нас в видеочате будут. Девочки, хочу еще раз заметить, что творожная крем-паста – это действительно очень удобный, я бы сказала, уникальный крем по своим способностям. Он пластичный, он вкусный, он нежный, он крем-паста называется, потому что у него 50% его свойств – это как крем, а 50% как паста, то есть два в одном. Он действительно очень уникальный, такой как трансформер. Он очень интересный по своей структуре, вы когда увидите, поймете, о чем я говорю. И он очень интересный по пластике, по своему выходу, по своей фактуре. Вот лепесточки получаются как живые. И работать с ним будет, ну, просто одно удовольствие, это точно. И к тому же он очень вкусный. Это вы сами потом оцените. Так что, девочки, я вас обнимаю и жду вас завтра на обучении. Всем пока, до завтра.